Человек стоит в ванной, в ванне, под душем и, слегка отплевываясь, вспоминает сладостные моменты своей жизни. Под таким же дождем мы стояли в июле, только чуть холодней он хлестал по ногам. И когда все родители молча уснули, я сказал, что люблю, ты сказала, ага. Я запомнил тогда дождь, и с тех пор каждая неволна, залезая под душ, все хочу пережить. Потрясение души пополам с гигиеной, словно ласковый дождь по лопаткам бежит. Все. Ну, на этом, конечно, весело ребятство не закончилось. Я помню, приехал на третью, по-моему, передачу. У меня был ступор, я ничего не мог сочинить. Одну только песенку написал, меня показали. Потом приехал в Казань, ко мне подходили люди на улице, говорили: «Вас вырезали». «Да, да, да». Я говорю: «Да нет, я ничего не мог придумать, у меня вот там все, да». «Не-не-не, вас вырезали, да, мы сами понимаем». То есть это движение всегда было развито у нас, как в Советском Союзе, так и в Советской России до сих пор. Весело.